Друзья, всем привет! Находимся на авторынке «Зеленый угол». Сегодняшнее видео будет посвящено кейкарам. Ну, почти кейкарам. Такой экземплярчик покажу вам. Ямаха, 17 год, 250 кубиков, пробег 7000. Ничего такого, да, аппарат? Все говорят, ходят, фотографируются возле него. 290 тысяч. Сейчас как заведем, поедем куда-нибудь. Идет, не идет мне, не знаю. Я, если честно, не любитель. Я любитель я четырех колес. Как-то, знаете, поуютнее. Себя чувствуешь, когда четыре колеса у тебя. Ладно, мотоциклы — это, конечно, хорошо. Но, как я уже и сказал, мы за четыре колеса. И сегодня у нас кейкары. Первый, 17 год, Сузучка, климат-контроль, айстоп, 435 тысяч. Частенько спрашивают такие автомобили. Найти хорошие, достойные не так-то просто, но, тем не менее, скажем так, кто ищет, тот всегда находит. Высокая крыша, плюс данного автомобиля — боковые двери раздвижные. Маздочка, 16 год, 445 тысяч рублей. Ну, одинаковые автомобили, двери тоже раздвижные. Здесь салончик идет светленький, без литья, на обычных штампованных дисках, зато оригинальные мазовские колпаки. Летняя резина. Suzuki Alto, один из самых недорогих, хороших, надежных кейкаров. Ну, не Альта, это Мазда. Забыл, как называется. То же самое, что и Альта. Сейчас сзади посмотрим. 16 год, 375 тысяч рублей. Точно, Мазда Кэрол. Это, знаете, то же самое, что есть... Вот смотрите, вот она. Вот Мазда Кэрол, да? Вот она стоит, Suzuki Alto. То же самое, что есть Toyota Rush, Daihatsu Bigo. Есть Toyota Raktis, Subaru Trezia, есть Daihatsu Mira ES, есть Toyota Pixel, Pixis, есть Toyota Tank, есть Subaru Justy. Это уже стоит Мувик. Ну, давайте, ладно, давайте вернемся к Альте. Альта черный цвет, на литье, зимняя резина. Стоит 385 тысяч. А он, в принципе, он что думает быть? N-Wagon, 16 год, 420 тысяч. Ну, кстати, это не очень дорогая цена за N-Wagon. 16 год, 420 тысяч. Тоже такой популярнейший кейкар. Daihatsu Move, 15 год, ребят, 4 воды, турбо, 64 лошадиные силы, штатные литые диски, летняя резина. Ну, заманчивая цена. Турбо еще и 4 ВД. Кстати, что касается кейкаров 4 ВД, очень тяжело. Прям реально тяжело найти. 4 ВД кейкарчиков очень-очень мало. Бесключевой доступ, переднее сиденье диваном, климат-контроль. Автомобили все закрыты. Крышка багажника, задняя дверь идет. Пластик на этих автомобилях. По мне так Move круто смотрится, мне прям нравится, как он выглядит со стороны. Так, ладно, рядом что у нас сейчас стоит? Еще стоит Spyska, Suzuki, комплектация Custom, XS Custom. Камера 505 тысяч. Линзованная оптика, туманки, штатная Suzuki литье, сузуковская бело-перламутровый цвет, бесключевой доступ. Сзади спойлер. Я не помню, в каком-то видео я говорил или по инстаграму я транслировал. Кстати, не забывайте, ребят, подписываться на инстаграм. Прям не забывайте. То есть авторынок, зеленый угол, есть все-таки какая-никакая личная жизнь, да, и семейная жизнь. У меня было два аккаунта инстаграма, рабочий и личный, но как-то
тяжеловато вести рабочий и личный, поэтому решил сделать, скажем так, лично рабочий аккаунт один. Смотрите, как. А я, собственно, к чему начал говорить, да? Вот эта вот стоянка здесь, ну, один ряд автомобилей стоял. Вот именно вот этот пятачок, да? Один ряд автомобилей. Сейчас посмотрите. Раз, два, три. Чуть дальше. Вот где Swift, где Fit стоит. Там тоже стояли автомобили в два ряда, сейчас в три ряда стоят. Это говорит о том, что автомобилей действительно много. DS 16 год, ТРК и стоп 375 тысяч. Простая комплектация. Suzuki R-Wagon. Смотри, как плотничком, да, автомобили стоят. Прям плотничком, плотничком. Сейл 395 тысяч. Дейс Рукс. Хайвей Стар комплектация. Штатное литье, летняя резина, но поменять, наверное, надо. О, кто-то под Джерика, наверное, купил за 475.07. Руль кожа. 400 с чем-то. Я думаю, 1500 он, наверное, стоит. Daihatsu Terios Kit, Nissan Kicks, либо Pajero-то не вижу, Pajero. О, рубрика, кстати, как считаете, снять? Снять про вот эти автомобили? Хочу джипа, денег нет. Вот именно про вот такие вот малышки, про Kicks'ы, про Pajero-ки, про Terios Kit, про Suzuki Jimny. Будет интересно, сниму обязательно. Terios Kit. Terios Kit, Terios Kit. 475 тысяч. Новая летняя резина. Штатное литье. Туманки. Турбо 07. Еще один Pajero Mini. Что это? Airwagon стоит. Airwagon. Вагон Air. Тоже смотрите на литишки. Вес. Повторитель. Мультируль. Кнопка старт. 435 тысяч. Pajero в черном цвете. Будем догадываться, сколько стоит. Да, будем догадываться. Кейкар отъезжает, 12 год, аукцион 3,5, 370 тысяч. Я перепутал, это не Pajero купили, это Танта купили. Этот экземпляр стоит 525 тысяч. Да, Pajero 10 год, 4 ВД, 475 тысяч он стоит. Еще один Дейс Рукс. 16 год, 5 камер, 455 тысяч. Маздочка. Закончились, да, Кейкары? Ну вот, Daihatsu Yashima, Mazda 15 год, 385 тысяч, климат-контроль. Знаете, такой вот, ну как вам сказать, цвет на любителя, но смотрится клево. 17 год, 515 тысяч. Ну что там у нас еще есть? Еще один вагон R стоит. 15-й год. 385 тысяч.
Mitsubishi. ЕК вагон 4WD, турбо, комплектация кастом, штатные литые диски, обвес, туманки, решетка такая под хром, да, сделана, повторители, боковые двери, сдвижные, ветровики, антенка, широченное, высоченное лобовое стекло, есть все, 555 тысяч. Хайджет. Хайджет карго. Год. 4WD отключается. Айстоп. 665 тысяч. Хондочка еще одна стоит, розовый цвет, интересного плана литые диски, да, какие-то они нестандартные, 520 тысяч стоит вот такой вот автомобиль. Еще один Паджеро, 10-й год, 07, 475 тысяч. N-Wagon, комплектация кастом, клевое литье, не штатное, но тем не менее хорошее, полный мультируль, черный цвет, 470 тысяч. Танта заезжает. Так, ребят, ну сделали такой вот небольшой обзорчик именно кейкаров на стоянке. Вот, как обычно, в конце видео говорю, на сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо за подписку.